Я снова рад приветствовать вас на канале Old Dutchman. И сегодня тема нашего видеовыпуска, как вы поняли из названия, Украина и помощь западных государств Украине в борьбе против российской оккупации. На недавно прошедшем политическом форуме, посвященном именно вопросам будущего не только Европы, но и Украины, выступали видные политики, видные депутаты Бундестага. И на этом форуме встречались они вместе с журналистами и с обычными политиками, которые хотели или высказать свою точку зрения, или задать какой-либо вопрос, и послушать то, что говорят депутаты Бундестага. Я был на этом форуме в качестве журналиста, и я вам расскажу со своей позиции, со своей точки зрения, вот этот вот, попытаюсь осветить вопрос, а вы уже делаете свои собственные выводы, высказываете свое мнение, правы ли политики Бундестага или не правы. Допустим, вот очень часто пользователи у нас на канале под разными видео, посвященными Украине, задают вопросы. Если бы Германия дала Украине то вооружение, которое она обещала, то войны бы уже давно не было. Почему Германия затягивает поставки вооружения? Или другой вопрос. Почему вы так плохо, в смысле вот Германия и страны Запада, так плохо относитесь к Украине, если бы вы поддерживали Украину во всех ее чаяниях и бедах, то ничего бы из того, что сегодня происходит на территории Украины, не было бы. Так вот, я несколько раз вам рассказывал и даже показывал различные фотографии, где на этих фотографиях, к примеру, на борту украинской БМП нарисована фашистская свастика, где на фотографиях на телах солдат батальона Азов, да и не только этого батальона, изображены татуировки в виде немецкого Рейхсадлера, то есть фашистского орла, свастика или даже полностью вытатуированы лица и в форме офицеров вермахта, генералы вермахта и сам Гитлер и так далее. А теперь многие говорят, что это все неправда, что это фейк, это фотошоп. Я как-то с одним товарищем встретился из Кривого Рога, он был здесь по своим делам, и я с ним тоже разговаривался на эту тему, он мне начал говорить, все это неправда, все это вранье. Хорошо. Говорю, давай, недолго думая, подходим к компьютеру, включаем поисковик и задаем «неонацизм на Украине». Задаем это в поисковике, вылетает свыше 20-30 тысяч фотографий. Я показываю ему фотографии, допустим, в Киеве или во Львове или в Одессе, где люди с флагами правого сектора выбрасывают руку в гитлеровском приветствии, позируют на фотографии, солдаты батальона Азов позируют на фотографиях с выброшенной вперед рукой, правой рукой. Я ему говорю, что это такое? Он, да нет, это же все дети, это же, они же шутят, они же не понимают, что они делают. Я говорю, какие же это дети? Какие это дети? По 20, 30, а то и 40 лет это дети? В каждой руке у них оружие, готовое убить любого человека, кто не согласен с этими детьми. Скажи мне, почему тогда эти дети делают себе татуировки генералов вермахта и фашистскую свастику? Да все это фигня, это все русские. Хорошо, я ему говорю, тогда объясни мне, я не спорю, среди русских в России есть тоже очень много неонацистов, есть, как раньше говорили, скинхедов, которые жаждут, чтобы в мире снова наступил фашизм. Есть такое. Но нигде, ни в одной стране мира этот неонацизм не поставлен на государственную основу, как это сделала Украина, введя этот неонацизм через Верховную Раду. Он мне говорит, что ты несешь? Я говорю, серьезно, что я несу? Объясни мне, почему, когда ваш Торчинов или Турчинов, как он там, выходил к трибуне Верховной Рады, выбрасывал правую руку в гитлеровском приветствии и орал с трибуны «Слава Украине!» и все депутаты вскакивали,
выбрасывая в ответном приветствии свою правую руку вперед, и кричали «Героям слава!». А вот этот ваш лозунг «Украина понад усе» – это, говорю, то же самое, что «Deutschland überall». Столько, говорю, слова поменяли. Говорю, неужели, говорю, вы не понимаете, что западные политики настолько глупые, что они думают, что помогают действительно людям, хотящим победить фашизм. Если бы, говорю, вы хотели победить фашизм, вы бы себя, говорю, так не выпячивали со своими наколками и со своими гитлеровскими приветствиями. Ну, в этом случае ему не нашлось, что сказать. Так вот, возвращаемся к форуму. На форуме был один из депутатов Бундестага, господин Ланге. Он очень часто выступает по телевизору на телеканале Welt в разных политических дискуссиях, в разных политических форумах. И просто мне посчастливилось тоже присутствовать на форуме, увидеть его вживую и поговорить с этим человеком. Так вот, он рассказывал о том, что, к примеру, да, Германия одна из самых крупных стран Евросоюза, действительно помогает Украине своим вооружением. Но из всего того количества вооружения, которое посылает Германия, Украина может пользоваться всего лишь третьей частью. Почему? Потому что благодаря немецкой бюрократической системе те же самые танки «Леопарды» или вот эти вот «Мардеры», «Куницы», БМП, если они выходят из строя, их нужно ремонтировать, и, к сожалению, не хватает ресурсов, не хватает запчастей, не хватает места, где можно производить ремонт этих танков. То есть, допустим, танк «Леопард» вышел из строя, его нужно за 800-900 километров везти обратно в западные страны, на базу, допустим, или Бундесвера, или на базу американской армии, загонять его в бокс и ждать, пока придут запчасти, которые нужно заменить на новые, старые на новые, и, естественно, приедут специалисты. Это тянется месяцами. Идем далее. Намного проще было бы построить сначала на Украине вот эти вот заводы ремонтные по восстановлению военной техники, чтобы эта техника находилась постоянно в боевом режиме. Но нет. Почему делают немецкие власти так? Почему делают немецкие бюрократы так? Он ответить не может. Он говорит, у нас менталитет такой, потому что наши политики любят перестраховываться. Последние 20 лет, когда у нас у власти была Меркель, интересы Германии сузились до пространства своего собственного дома. То есть сначала вот у нас в Германии должно быть все хорошо, а потом уже посмотрим на наших соседей. До того, как к власти пришла Меркель, Германия работала с внешней политикой на многие страны и действительно была локомотивом Евросоюза. Сейчас же роль локомотива Евросоюза перетягивает на себя Франция. Президент Макрон почему он требует, чтобы Украину приняли в НАТО? Кто может на это ответить? Если Украина будет в НАТО, она будет действительно сдерживать натиск русской армии, русских войск, самого Путина, в том случае, если он вдруг решит напасть на западные страны. Восстановить Советский Союз, то есть СССР 2.0. У него действительно такая затея в голове, и сейчас его остановить очень тяжело, но можно. Его можно остановить в том плане, что человеческий ресурс рано или поздно заканчивается. Вооружение, которое поставляет сегодня российской армии Южная Корея и Иран, рано или поздно закончится. Многие тюрьмы в России уже пустые, действительно пустые, потому что люди заключенные, чтобы только увидеть свободу, готовы идти под ружье, готовы идти под пули. Им не важно, кого убивать, главное, чтобы быть на свободе. Человеческий ресурс – это такое шаткое дело, когда в семье, допустим, в России сидят, все это прекрасно знают, очень многие семьи бедствуют, кто-то работает, не покладая рук, а получает за это копейки, и вдруг объявляют по телевизору или приходят агитаторы и говорят, что послушай, вот если ты пойдешь на войну, то мы твоей семье заплатим
одноразово 1 000 000 рублей, а ты будешь получать, к примеру, по 500 тысяч ежемесячно. Естественно, жена, несколько детей смотрят на этого своего Васю или Колю и говорят: ну а что сидеть, что бухать, что квасить, что с этими придурками сидеть на улице? Иди на войну, хоть денег немножко получим. И многие люди так соглашаются идти на эту войну. Путин почему все это делает? Потому что он прекрасно знает, что этот ресурс, который согласился идти за деньги, попадет в самое пекло. Это пушечное мясо, и максимум 2-3 месяца будут платить деньги за этот ресурс и его семье, а потом лавочка закрывается. Потом денег никаких платить не будут, потому что этот ресурс прекратил свое существование. Не в деньгах вопрос, и даже не в их количестве вопрос. Вопрос в том, насколько цинично глава этого государства подходит к рассмотрению вопроса завоевания чужой территории. Именно так. Многие пытаются утверждать, что Украина – это проект Советского Союза. Именно сейчас я читаю большую книгу по, скажем так, антропологии, по становлению государства славянского, из которого выходили потом все вот эти вот области. Суздальская область, Костромская, Псковская, Московское государство и так далее. Киевская Русь была до 15 века именно Киевской Русью. Потом, переехав, столица славянского государства сначала переехала в Суздаль, из Суздали переехала в Новгород, а уж потом, в 15 веке, из Новгорода столица была перенесена в Московское государство. Но опять же таки, Россия появилась только уже в упоминаниях петровских времен, до него, буквально при его отце. Но никак не при Иване Грозном Россия, или как многие баннеры на улицах московских или крупных других городов верещат о том, что русские солдаты, русские богатыри 5000 лет назад побеждали каких-то там рыцарей. 5000 лет назад вообще не было на территории Европы ни русских, ни славян, никого. Были только дикари. Ну ладно, возвращаемся вновь к этому форуму. Господин Ланге ответил на вопрос, почему же канцлер Шольц говорит одно, а делает другое. И почему он упирается в отказ не поставлять крылатые ракеты Украине. Все сводится к тому, что Шольц боится Путина. Будем говорить об этом открыто. Он действительно боится того, что Путин умеет манипулировать людьми, и, скорее всего, Путин манипулирует самим Шольцем. Раз он говорит: ну все, если вы сейчас дадите им вот это, мы нажмем на красную кнопку. Если вы им дадите это, мы перейдем красную линию. А тут, получается, Украине удалось ворваться в Курскую область. Путин сказал: ну ладно, это уж дела губернатора Курской области, пусть он разбирается. Пожелаем ему в этом вопросе удачи. Неужели вы не понимаете, что именно самому Путину, самому этому президенту наплевать на человеческие ресурсы, ему наплевать на жизни. Он мечтает стать императором новой России. Он не нажмет на красную кнопку в любом случае. Я могу вам ответить, почему он этого не сделает. Потому что все дети этих олигархов российских, которые находятся сегодня под санкциями и по факту не имеют права ни на экономические передвижения, ни на политические передвижения в мире, все дети этих олигархов до сих пор учатся и работают на Западе. Для чего тогда вводятся все эти санкции против России? 13-14 пакетов, готовится еще один пакет санкций против России. Почему бы просто не взять всех вот этих вот детей, этих олигархов, раз ввели санкции против них, и выдворить их из западных стран? Однако западные правительства этого не делают.
И благодаря тому, что эти западные правительства этого не делают, скажем так, они бездействуют в этом отношении, растет пропаганда Сары Вагенкнехт, растет пропаганда партии АФД. Кстати, партия АФД уже давно, все говорят, в Германии все политики и здравомыслящие люди говорят, что партия АФД – это проект Единой России на территории Германии. Кто-то мне скажет, все это и вранье, все это чушь, ничего подобного. Откуда могли бы взяться такие суммы миллионов денег, чтобы вдруг создать на пустом месте такую мощную партию? Да, мощную партию, которая за 10 лет поднялась вверх, она сегодня уже пытается диктовать свои условия немецкому правительству. Всего 10 лет прошло, ну хорошо, 14 лет прошло, грубо говоря, 14 лет. НПД, вот эта неонацистская партия Германии, она была под запретом, она сейчас уже, грубо говоря, на ладан дышит. Она все еще существует, но как вот это вот, как таракан на улице. Заявляет о себе, хлоп тапком по нему, он убежал. Deutsche Volksunion, тоже запрещенная контора, да много было таких контор. И вот из всех этих запрещенных партий и, скажем так, соединений, многие функционеры перебежали в эту АФД. И вдруг появились деньги спонсорские. Откуда? Если раньше НПД получала спонсорские деньги от именно населения, от детей бывших нацистов, то сегодня, чтобы содержать такую партию большую, нужно вкладывать в эту партию ежемесячно сумасшедшие инвестиции. Откуда берутся инвестиции? Подумайте. Не надо мне говорить, что я ненавижу АФД, мол, типа, сегодня ты говоришь одно, завтра ты говоришь другое. Я говорю по факту то, что происходит вокруг. И я высказываю вам свою точку зрения на происходящее. Опять же, канцлер Шольц, вместо того, чтобы принимать жесткие решения, на основе которых Путин поймет, что он на высоте, на уровне глаз находится с немецким политиком, они смотрят на него вот так вот. Ну, чуть тебе еще, Олаф. Ну, какой пакет санкций ты ведешь против меня? Ну, вводи, вводи. Мне на него наплевать. Вместо того, чтобы разговаривать с Путиным на одной ноге, на одном уровне, Олаф Шольц пишет разные, скажем так, письма для читателей в газеты, в журналы, выступает на различных встречах со своими избирателями, утверждая, что благодаря миграционной политике и притоку мигрантов в Германию мы стали жить лучше. Он просто забывает иногда уточнить, кто это мы, политики или местное население. Если политики, то тут мы не спорим, да. Они стали действительно жить лучше. А вот местное население вряд ли. Инфляция как ползла вверх, так она и ползет. Работы становится все меньше у людей. Многие концерны закрываются, уходя за границу. Потому что там достаточно рабочей силы. И там ресурсы по производству тех же самых машин стоят намного дешевле, чем здесь в Германии. Олаф Шольц прекрасно это понимает. И вот вам еще один пример. Олаф Шольц, когда они в Бранденбурге едва-едва набрали на 1.5% больше голосов, чем АФД, его партия вдруг заявила о том, что они создадут в Бранденбурге коалицию с Сарой Вагенкнехт, потому что Сара набрала 14% голосов. То есть в Бранденбургском парламенте 88 мест. Если Олаф Шольц и его партия создаст коалицию с альянсом ХДС-ХСС, у них будет намного меньше голосов и мест в общего альянса, чем у АФД и Сары Вагенкнехт. Поэтому сегодня он говорит, Сара Вагенкнехт то же самое, что Элис Вайдель, с ними нельзя работать, это партия популистов, они манипулируют мнением населения, а завтра они уже готовы, партия СПД, создавать правящую коалицию с Сарой Вагенкнехт, только для того, чтобы не допустить к власти АФД. В Тюрингии после выборов в Ландтаг мы стали свидетелями первого заседания, скандального шумного заседания партии в Ландтаге.
Заседание вынуждено было прерваться, и глава заседания, председатель заседания, председатель Ландтага вынужден был обратиться в Конституционный суд за помощью, потому что партия АФД срывала абсолютно все вопросы этого заседания своими репликами, своими выступлениями, своими высказываниями, прерывала выступающих, пыталась ввести в хаос. Если вы, в первую очередь, русскоговорящие немцы, хотите, чтобы в стране у нас была партия АФД у власти, посмотрите, что сейчас творится в тюрингском парламенте. Я много раз уже говорил, не будем сравнивать тех ублюдков и говорить, что эти красавчики. Мы будем просто проводить параллели и говорить, что в 30-е годы, в конце 20-х годов прошлого столетия все население Германии, практически все население Германии голосовало за НСДАП. Когда НСДАП пришло к власти, буквально через пару лет оно начало уничтожать методично всех тех людей, которые голосовали за эту партию. То же самое будет здесь, в Германии. Они не пощадят никого, если им дадут возможность прийти к власти. Несмотря на то, что Европарламент будет перекрывать разные помощи, разные дотации, инвестиции во внутреннюю политику Германии, они все равно будут проводить свой геноцид населения. Хотите в этом убедиться? Выбирайте АФД. Идем далее. По теме поставок вооружения. Франция в год производит 12 гаубиц, тяжелых артиллерийских самоходных гаубиц «Цезарь». 12 штук. Это не так уж и много. Одна штука в месяц. Точно такого же содержания, точно такой же мощности артиллерийские гаубицы сегодня производит Украина во время войны с Россией. И в месяц на Украине производится 20 таких самоходных артиллерийских гаубиц. Почувствуйте разницу. Франция производит 12, а эти производят в месяц 20. Дания отдала, маленькое государство, Дания отдала абсолютно все свои системы «Патриот» Украине для того, чтобы Украина защищала свою территорию против России. По сравнению с Германией, Дания очень маленькое государство. Германия дает много вооружения Украине. Это для тех, кто кричит, что вы обещали, а вы ничего не даете. Германия дает, но в процентном соотношении Дания дала, конечно же, намного больше. И все будут говорить, вот Дания рубашку с себя последнюю сорвала и отдала, а вы сидите жируете. Обратимся к цифрам статистики. В Германии, помимо того, что идет колоссальная работа по снабжению вооружением Украины, конечно, затягивается все это бюрократическими проволочками, разными соглашениями, разными обходными путями пытаются иногда доставлять вооружение Украине, иногда задерживают по каким-то непонятным политическим причинам все это. Но в Германии, помимо того, что идет помощь Украине, еще идет помощь украинским беженцам. Многие из них уже работают, многие из них пытаются интегрироваться. Есть часть тех, которые портят всю игру этого оркестра, обзывая Германию на своих форумах, обзывая Германию на ТикТоке, на Ютубе, где-то еще, на Рутубе, на Одноклассниках, охаивая ту страну, которая протянула руку помощи. Эти беженцы, которые многие находятся здесь, хаят на Германию. Политики немецкие, они тоже не глупые, они все это прекрасно знают, они все это прекрасно видят и понимают. И может быть потому канцлер Шольц, давайте мы будем закругляться, может быть потому канцлер Шольц и не хочет отправлять крылатые ракеты «Таурус» Украине, потому что он тоже не слепой, и он видит, как украинские военные бегают по полям сражений, выбрасывая руку в фашистском приветствии друг перед другом и нанося себе татуировки офицеров вермахта,
немецкого фашистского орла или свастики. Может быть, этот фактор сдерживает канцлера Шольца. Многие азовцы, которые бежали из Мариуполя, в срочном порядке выводили себе кислотой на теле татуировки фашистские, потому что их везли сюда, в Германию, в первую очередь в Германию, на лечение, на реабилитацию. Очень многие пытались вывести себе татуировки. Это жутчайшая боль, когда кислотой пытаются вывести татуировку. Жуткая боль. Некоторые побоялись этой боли, попадали здесь в клинику или в больницу, врачи смотрели на них и говорили, что даже в исторических документах на солдатах вермахта мы такого никогда в фотографиях не видели. А тут целая галерея. Оказывается, можно увидеть и Бормана, и Геринга чуть ли не в живом виде, потому что они вытатуированы на телах украинских азовских солдат, этих вот командиров. Многие перестали уже здесь бегать в Германии с этими флагами и кричать, что Украина понад усе. Многим из них просто стали объяснять, что извините, но это тот же самый лозунг Deutschland Überalles. Лозунг фашистов времен нацистской Германии. Им это начали объяснять не просто так вот культурно, с филологической точки зрения. Им это начали объяснять с физической точки зрения. Со стороны жесткого кулака. Только тогда до них это начало доходить. Многие украинские беженцы, которые находятся здесь, в Германии, теряют пособие и вынуждены покидать Германию, потому что они не хотят работать. Они действительно не хотят работать. Кто-то работает, кто-то молча тянет свою лямку и дальше, пытаясь интегрироваться в жизнь Германии. Да, многие про многих украинских женщин говорят, что они приехали сюда для того, чтобы выскочить замуж. Любая женщина, которая живет в разрухе, в хаосе, мечтает попасть в другую страну, в другие условия обитания, выйти замуж, создать себе семью, иметь свой дом. Это нормально для каждого человека, как говорится в поговорке. Рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Но когда многие украинские беженцы, находясь здесь в Германии, все еще пытаются выходить и охаивать в том же самом Трептов-парке памятник воину-освободителю, обливать его краской и кричать, что это памятник солдату-убийце, немецкие политики начинают задумываться, а правильно ли мы поступили в отношении Украины, когда мы разрешили им приехать сюда вот так вот открыто. Кстати, Украину покинуло, по последним данным, около 20 миллионов человек, то есть половина населения страны. Половина населения страны. Несколько миллионов уже просто-напросто полегло на полях сражений. Украинские власти не хотят говорить реальные цифры. Точно так же, как русские власти не хотят говорить реальные цифры. Для них, как я сказал в начале, человеческий ресурс – это ничто, это пушечное мясо. Кончатся свои – возьмем корейцев. Кончатся корейцы – возьмем китайцев или иранцев. Хотя Китай, когда Путин сказал, ну что ж, раз они нас не понимают, то еще во времена Шойгу, когда он был министром обороны, сказал, Сергей там Жумалбатович или как его там, подготовьте красную кнопочку, мы готовы на нее нажать. Китай сказал, если вы это сделаете, мы растопчем Россию полностью. Сдерживающий фактор для России – это Китай. На данный момент, на сегодня, это высокоразвитая индустриально-промышленная держава в мире, которая действительно мягенько, но диктует условия многим политическим государствам. В Китае производится 80% всех ресурсов всех развитых стран мира. И если Китай скажет «нет», многие страны ощутят это на себе. Вот это вот слово «нет».
И поэтому Китай сдерживающий фактор для России. Россия не может быть непобедимой. Нет такого государства в стране, в мире, которое непобедимо. Откуда-то нужно брать эти ресурсы, откуда-то нужно, чтобы постоянно шли эти поставки и вооружения, и людей, и продовольствия, и там очень-очень много пунктов, по которым нужно поддерживать это государство. Нет непобедимого государства. Если есть альянс, то этот альянс должен сдерживать агрессора. В данном случае, по мнению немецких политиков, западных политиков, агрессором является действительно Россия, которая идет маршем по Украине. Если посмотреть на карту Украины и на карту России, то, увы, те переговоры, за которые хотят посадить Путина и Зеленского, могут по факту ничего не дать. Оторвав кусок от Украины, присоединив его к России, вы ничего этим не добьетесь. Это будет всего-навсего отсрочка следующего военного удара, скажем, на 5-10 лет. За эти 5-10 лет обе стороны поднаберутся сил, произведут вооружение и продолжат свою войну. Будет та же самая средневековая столетняя война или 30-летняя война, когда государства, уставая от боевых действий, расходились по домам, восстанавливались, накапливали вооружение и опять нападали друг на друга. Пока, наконец, к власти не пришли умные люди и вообще не сменился политический строй. То же самое ожидает и эти два государства, если кто-то из них не устанет. Вот такие вот дела. Постарайтесь отнестись к тому, ко всему, что вы услышали сегодня, в первую очередь с долей разума, а не с иррациональной ненавистью, и попытайтесь не выплескивать свои скоропалительные эмоции на тех людей, которые к этой войне, проходящей сейчас на территории Украины, не имеют никакого отношения. То же самое, что многие говорят мне, вот я такой, я такой, я такой. Я к этой войне не имею никакого отношения. Я констатирую факты, я высказываю вам свою точку зрения и говорю вам мнение не только мое, но и мнение политиков, с которыми я иногда встречаюсь, которых я слушаю, которые говорят свое мнение по происходящему на территории Украины. Вот и все, что я хотел сегодня вам всем сказать. Не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями, сделать правильные выводы, нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе событий у нас на канале. Ну и, конечно же, как всегда, по традиции, не болейте. Всем удачи, пока.